Туркестанской области полицейские по горячим следам раскрыли кражу сотового телефона. Так, в дежурную часть Ордо-Басинского РВД с заявлением обратилась молодая женщина о том, что в такси неизвестные похитили из ее сумки сотовый телефон. Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по статье «Кража». Сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила более 20 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ордо-басинские полицейские задержали подозреваемую жительницу Туркестанской области. По факту кражи телефона начато досудебное расследование. В центр оперативного управления поздним вечером поступил звонок. По словам звонивших, по улице Гагарина у одного из ночных клубов неизвестный разбил окно, припаркованное на обочине авто. Владелец автомашины незамедлительно сообщил о правонарушении в полицию. Прибывшие правоохранители сразу же задержали хулигана на месте происшествия. Подозреваемый в момент задержания находился в сильном алкогольном опьянении. Правонарушителя сразу же доставили в вытрезвитель. Пострадавший, в свою очередь, написал заявление о причиненном ущербе. Неподчинение законным требованиям полицейских привело к погоне. Водитель ВАЗа, отказавшись подчиняться требованиям правоохранителей, пытался уйти от преследования. Однако в ходе погони правонарушителя удалось остановить по улице Жангельдина. Водитель сразу же вышел из авто и убежал. Но в салоне авто остались пассажиры. Спустя некоторое время водитель все же пришел к месту происшествия. По словам пытавшегося сбежать от преследования водителя, на этот шаг он пошел из-за отсутствия водительского удостоверения, которое он забыл дома. В результате авто было водворено на штрафную стоянку. В отношении водителя был выписан административный протокол.